Российские олигархи пыли наглотались уже на Западе, еще наглотаются. В России история полна примеров, как поставить на место взорвавшихся толстосумов. Ребят, капитализм – это тупиковый путь. По одной очень простой причине. Потому что ресурсы бывают не только материальные. И нельзя давать явные преимущества тем, кто обладает только одним ресурсом – материальным. Да, это особый навык – накапливать богатство, быть барыгой. Но это только один из навыков, необходимых в социуме. Поэтому капитализм как бы вот доказал свою несостоятельность. Вот. Умеешь зарабатывать бабки? Молодец. Самое главное, чтобы тебя на пушечный выстрел не подпускали ни к каким властно-распорядительным решениям. Потому что ты будешь думать только о себе, о своем кармане, о своем мошне, о своих яхтах, о своих Настях-рыбках. Вот. А думать надо обо всем обществе, и поэтому принимать властно-распорядительные решения должны люди, которые не барыги, которые равнодушны к этой всей шняге и обладают другими навыками. А так барыги очень полезны, просто их не исправишь. Они всю жизнь будут убиваться за бабло, как скупые рыцари. А вот их вот эти таланты надо поставить на службу всему обществу, вот и все. И поэтому капитализм доказал свою несостоятельность. Мы все это сейчас видим. Как говорил дедушка Ленин, перешел в самую высшую свою форму империализм и начал с накачивания Солорейха оружием.